Здравствуйте, друзья! Сельская, аграрная, можно сказать, идиллия. Мы на нон-профитной ферме, где создаются рабочие места для бездомных. Ну, хотя в основном здесь работают люди, просто волонтеры. А если там какой бездомный затешится, то, наверное, тоже вот... Что, Свет? Так, я показываю. Вон там работают, ну, это явно не бездомные, это волонтеры. Работают, подготавливают как бы фронт работ. Да. Мы часто бываем на этой ферме, хотя последнее время реже, чем раньше. Идем, Свет, что? Уточка. Это другая или та же самая? Это другая уточка. Яйца этих уток, они обменивают на других каких-то фермах. На что-нибудь такое вот другое. Их не отдают, не продают, ничего так с ними не делают. Ну, пошли. Мы на самом деле, да, мы, Света, здесь за клубникой. За клубникой, потому что сезон уже явно начался. И мы идем на клубничную грядку, которая вон там впереди. И просто показать вам, друзья, что творится на клубничной грядке. Сегодня 15 апреля, я так понимаю. Вот что у нас 15 апреля на клубничной грядке? Это чучело, оно какое-то ободренное. Раньше оно было такое богато украшено всякой дрянью, а сейчас вот такое какое-то куценькое. Обернут соломой, дай бог здоровья. Ну, раньше проход был вот здесь, но явно его сейчас нету. Тогда мы пойдем... О, вон она клубничка-то, вон видно. Вот это все клубничка, друзья. Все клубничка. Так, ну будем искать проход. Вот, друзья, американские курочки-рябы. Так они вот похожие звуки издают, знакомые, так как их соотечественницы, не соотечественницы, однопородницы в других странах. Вот симпатичные, красивые такие курки. А вот, друзья, и грядка клубничная. Тут мы поближе подошли. Я бы не сказал, что ягод именно много. Ну, то есть, вы видите сами, они есть. Вы видите, что ягоды крупные. Но сказать, что вот масса спелых таких, прям уж не знаю каких, так не, нет такого впечатления. Часто бывает, что по грядке идешь, и вот какая-то часть грядки или там одна из грядок, там более спелая, менее спелая, в зависимости от того, как расположено это по отношению к солнышку. Так, ну чем вас порадовать? Вот, ну есть чем порадовать, в принципе, есть, но немного. Представьте, что будет тут через несколько дней. А вот то, что я вам показал, там кажется с бочком, с гнилым бочком. Нет, как-то вы знаете... Нет желания наброситься на что-то такое. Так, хотя есть красавцы, конечно. Есть красавцы. Так. Так. Да, тут вот. Ой. О, какая красавица. Большая. Ну-ка, давайте ее слопаем. О, нет, попорчилась, видите, уже вот она вроде бы так подгнила. Нет, не то. Так. Ждем сезона. Крупная, да? Спелая, вкусная, нет. Хотя вот тут, может быть, тут солнышко больше, я не знаю, здесь симпатичнее. С этого края симпатичнее. Да, она, может быть, дождями подмокает тут. Даже не знаю, что сказать. О, какая. О, красивая. Ну, хочется съесть. Но это немножко не такая красная, как хотелось бы. Ну-ка, сейчас я ее съем. Вкусно. Ушла. Да, ушла.
То есть тут еще надо погулять, чтобы найти, что там. Потому что мокрая, она бачок красный. Да. А снизу она бьет. Вот, нехорошо получается. Нет, так. Нечего собирать. Так, мы с корзинками собирали. Да, мы тут намылились. Вот, пожалуйста. А. Так. Во. Попробуем сейчас. Но, не, ничего. Ничего. Я чувствую, свет у нас урожая сегодня нету. Но потенциал чувствуется, цветов много. Поле громадное. Да. Дождливо сейчас немножко. Конечно, им бы поменьше дождиков, побольше солнышка. Ну что, друзья, мы покидаем ферму. Поболтали тут с местным начальником. Говорим, где же твоя клубника? Он говорит, ну вот, говорит, если возьмете, которая на две трети красненькая, положите дома, она к утру дойдет и будет красная и сладкая. Но мы подумали, что это предложение немножко смелое. Такое, не решились мы. Умиротворенно, друзья, у океанского побережья. Суббота, люди гуляют, цветочки, даже не знаю, они вообще не так, чтобы круглый год цвели, правда, вот эти? Нет, красавчики-то. Они где-то с мая там по июнь, по июнь. Да, но они такие специфичные, в основном только у берега вот океана можно их увидеть. Почему? Это не так. В основном, Светик, в основном. Но... Бывает, что нет, и в других местах нет. Тоже. Слушаю. Они, это, вот эти цветы, они растут где угодно, там, где их посадят. И, в частности, они у нас на бэкьярде растут просто коротенькие. Это они? Это они. Да ты что? А цветов таких у нас я не видел. У нас цветы фиолетового цвета. Так. Ну, хорошо. Друзья, в общем, что не скажешь, все оказывается не обязательно так. Вот именно. Да. Да. Есть кому поправить-то? Нашего брата есть. Слушай, и ветра как бы нет особого, правда? Хорошая погода, даже не холодно вообще. Нет, не холодно. А вот там много корабликов. Красиво, красиво, да. Они как будто, слышишь, у них паруса, да. Как будто вообще полупрозрачные, да? Вот они такие вот в дымке вот, в такой, они, да. Они даже не в дымке, а как будто они полупрозрачные такие. А вот там черный парус, смотри, черный такой. Парус. Да. Вообще классно. Да, хорошо. Свет, вот эта вот дачно-барачная архитектура, вот как ты относишься? Ну, а как это нравится? Не знаю, может быть, тебе нравится. Ну, вот я не люблю, когда щепочками уж такими-то. Так. Щепочками. А вот то, что балкончик, то, что вот можно... Вот те, которые тебе покрасившие, а вот эти мне не нравятся. Вот эти, которые более новенькие. Ну да, я вообще более новые люблю, эти бараки мне не очень... Ты знаешь, они были бы ничего, если бы они были сделаны последовательно. То есть у них внешний вид такой достаточно модерновый. Да. Но сделаны они вообще отделаны, видишь, фанеры, на ней такие, ну, тоненькие, да, такие речки. Но когда это совсем уже старье, как-то вообще даже... Ну, вообще, да, могли бы уж как-то покрасить, чтобы... Не, да, оно покрашено даже, видишь, даже разные цвета. Нет, покрашено. Могли покрасить как-то так для, прикольненько. Вот смотри, они даже покрасили, видишь, да, двумя цветами. То есть они сделали все правильно, вроде по-современному. Да. Но сам материал, когда вот просто доска, на ней речки, вот, да, это для сайдинга. Сегодня это не смотрится модерновый, поэтому они выглядят старыми сараями. Вот этот домик, который такой как бы... Ну типа под новенький, да? То есть он так отштукатурен, вот... Получше смотрится. Ну, он какой-то маленький, нет? Ну, я думаю, он глубокий. Пойдем посмотрим. Глубокий? Пойдем смотреть. Здесь, конечно, очень дорого все, вот на берегу. Я думаю, что здесь, наверное, их два. Вот один, а за ним, наверное, второй. Ты хочешь сказать, что они два на одном участке? Ну, да, видишь, вот въезд-то сбоку. Да, въезд посередине. Нет, как посередине? Вот сбоку, как посередине. Нет, между двумя домами посередине. Но этот дом же к нему не относится. Нет, это два разных дома. Ну, вот а, дом... может быть, там у него гараж сзади, нет? Гараж сзади или там еще, да, один дом. Ну, в общем, что-то понятно, понятно. А потом, понимаешь как, если люди живут постоянно здесь, то это одна история. А если они сдают это в ренту, как мы пишем... Очень многие сдают в рент. Слушай, смотри, какая лепота.
А смотри, молодежь куда забралась вообще. Где? Ну вот. Мы любим, когда молодежь куда-то забирается, мы их тут же снимаем. И говорим, вот молодежь-то забралась. Вообще рисково как бы, да? Да, это очень низкое такое что-то. Какое-то буйство цветов. Прямо даже, не знаю, вот так когда идешь, может быть, вам не видно так, как мы видим, потому что у нас как бы шире картинка, то, что вот в глаза видят. Но вообще такая картинка вот с цветочками, даже я не припомню, когда такое бывало. Скажи, Свет. Ну, бывает. Вот я смотрю, там вот или дельфин, или акула. Вот он с гребешком. Гребешок раз, и все ушел. Ну, тут много всякой живности. Вон, еще второй. Слушай, их тут несколько. Понимаешь, к сожалению, в камеру не схватят. Да. Они вот, там вот, играются, вот, конечно. Это дельфин. Это типа дельфин, да. Это похоже на дельфинов. У них такой острый. Похоже на дельфинов. Я не знаю, попадет нам в кадр что-нибудь или нет, но... Нет, он сейчас нырнул, сейчас не видно. Да. Они там так игриво скачут. Вот, да.